Там еще должно было быть слышно, что самовар взгудел. Привет, YouTube, пора покушать. Сегодня парадоксальная вещь какая-то. Якисоба, вот такая лапша корейская. Лапша корейская, маручан якисоба. Одна с сыром, другая с беконом. Короче, одна с сыром, другая хз. Потом разберемся. Тебе же сказали завтра. Странная вещь, вообще лапша корейская. Но выпускается Америкой, но приехала с Владивостока, заказал на Озон, а здесь написано Japan Home Style Noodles лапша. Вообще ничего не понимаю. И прикол в том, что ценник, вот гляди, уже 700 рублей, это за 200 грамм. Это золото какое-то получается, потому что килограмм почти 3500 получается. Сколько? Это что за лапша за 3500 вообще? Да ты что? Korean BBQ Flour Cheddar Cheese. Сейчас мы заварим обе две прям с тобою. И с Любовью Геннадьевной, которая там молчит, стоит. Испытаем ее. Попробуем покушать. Сейчас эстетику все сломаем сразу. Было красиво все. О, тут тоже неплохо, кстати. Инструкшн нам нарисовали здесь. О, ее в микроволновке надо готовить. О, это очень забавно. Ну, с одной стороны, хорошо. Но очень плохо с другой стороны. Сейчас мы сготовим микроволновки ее. Опан. 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 Опан, Gangnam Style. Абра. Ой, как неожиданно. Я не знаю, что это такое. Знает только хрен. Ну, наверное, опан нам говорят, открыть здесь надо. Всего один пакетик, больше похоже на мелкий лагман, лапша по структуре. Здесь какой-то пакет, где много всего лежит. Да, вот он, пакет с сыром. Я не уверен, что я правильно готовлю, возможно, надо было потом, но мне кажется, лучше сейчас, потому что она сейчас в микроволновке пока готовится будет. Заливаем. До пометки. Вот таким образом. И сейчас второй открываем и то же самое делаем. И засунем в микроволновку. Ну давай посмотрим, она таким же образом выглядит или нет. Все то же самое. Тоже в микроволновку. Сейчас заливаем и ставим микроволновку и ждем. Там 4 минуты надо нам поварить ее. Тут оказалось 2 пакета, богаче. Тут соевое мясо по ходу дела. Вот такое вот. О! И приправки всякие. Кстати, барбекю вкус второй. Один сыр, другой барбекю. О, черная приправа такая, как вот с перцем черным. Вот такая. Заливаем также по пометку. И пошел Макс ставить в духовку. Раз, два, три. Я думаю, три хватит. И вторую таким же образом сейчас, примерно. Так, не понял. Ну, в смысле примерно, таким же. Понял. В общем, вот эта многострадальная лапша получилась, из-за которой с сыром. Это можно хрень уже убрать давно. Она почему-то вытекла, но дырок там не видно было, но пол микроволновки получилось воды. И супа почти не осталось. А вот эта божественная тема. Пахнет мясом барбекюшным, как ни странно, как и написано. Шкварками, мясом и луком жареным. Вот как от катания. Вкусный такой лук жареный, сушеный. А вот эта тема пахнет как будто, знаешь что? Молочный суп. Тебе пахнет молочным супом? Да. Я бы не сказал, что сыром пахнет, а вот молочным супом. И вот мы ели с тобой варить, которую лапшу надо, помнишь? С сыром. Вот там прям сыр. А тут нету, видишь, сыра самого нету. Я думал, там тертый сыр, как в той лапше был. За 700 рублей-то уж могли положить реально сыра настоящего. Но хрен-то там. Во! С русскими сосисками будем есть. От компании хрен... А вообще не буду произносить больше компании. Ну, барнаульский пищевик, так уж и быть. Пруфы тебе. Они нам никто не платят, не хотят ничего присылать, и мы будем рекламу делать на нашем многомиллионном канале. Давай пробовать. Якута зачем брал, не знаю. А, я хотел это, вот что сделать. Вот так.
Хорошая пленка сильно даже не режется. Вот так хотел сделать. Чего так разрезаешь, когда на уголки, и воду кидаешь, она потом такой цветочек становится прикольный. Вообще захотел сосиску. Вот не колбасу, не что-то, а сосиску захотел. Я не знаю, что со мной происходит. Захотел сосиску прям. Половину скорми. У нас парадокс такой. Я тебе покажу, если я вспомню. У нас в геометрической прогрессии плодятся кошки на улице. Дуси не стало? Упокой Господи душу. Один пришел кот. Смотрим, два уже выходим. Тут из города приезжаем, они, короче, три там лежат. Что происходит? Если понимаешь, что вообще творится, напиши в комментариях. Я понятия не имею, к чему это все. What the fuck is this? Так, ну давайте пробовать, тем не менее. Самую дорогую лапшу в мире, блин, наверное, нафиг. Ну за две коробки 700 рублей, это тебе что, шутки, что ли, нафиг? Похоже на лагман. Мелкий лагман. Не традиционная вот кругленькая лапша, а, блин, вот она какая. Ленточный этот. Ай, зачем я об этом подумал? Всем, кто кушает полезным птица? Она вкусная, но сырного вкуса нет от слова совсем. Вообще нету. Может, вода? Тут осталась еще вода? Нет? А хрен там. Вообще нету воды тут никакой. Все, что осталось. Короче говоря, сырного вкуса здесь нету. Есть молочный какой-то вкус. Вот. Похоже на молочную лапшу. И на 700 рублей она тянет совсем, вообще, совершенно. Будем надеяться возлагать свои сейчас ожидания вот на эту лапшу. Барбекю. Вот тут как будто кусочки мяса, смотри. Прям. О, куски прям мяса. Окорочка прям целые, смотри, чего. Какое мясо, кусок. Ну-ка. Так это мясо и есть. Ты дурак. Сладкое. Джен-джан рамен вкуснее и дешевле. Это тоже не тянет на такую сумму. Поставляется Америкой через Владивосток на Озон, но она корейская, а написано «японские традиции». Снизу горячая. Она сладковатая, запаха и вкуса дымка нету, он пропал куда-то, когда сухая была. Это. К тому же ее варить надо, еще 4 минуты. Мы 2 минуты, кстати, варили, 4 это будет много, это там каша будет. Да там написано 4 минуты, не. Это вкусно. Хотя там одна текстура. Ну, кто в колбасных работал, то знает. Ну, мы будем перекусывать вот этим теперь безобразием. За 700 рублей нахрен. Твою дивизию. Вот это 700 рублей. Что здесь за 700 рублей? Ни. Я. Вкус не порадовал. Я думал, за такую сумму будет там, как чанчжан рамен хотя бы. Или что-то подобное. Ну, хрен-то там. Ночевал, тапочки оставил. Ну, все. Вот такие дела. Ну, маленько печально, но получили опыт, что так делать не надо, а тебе тем более не стоит. Но пока не случайно грусти, скоро Макса в гости ждет. Любовь Геннадьевна, тебе привет и передавай. Береги себя и своих близких. Здоровья всем, пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.